Это жизнеутверждающий праздник, именно жизнеутверждающий. То есть радость, естественно, она может быть со слезами на глазах, но тем не менее это точка, после которой началась, собственно, новая жизнь, наша жизнь, в которой мы живем. Все, что мы имеем, это благодаря победе в той войне. Хорошо, если нынешнее поколение это тоже будет понимать. День Победы – это очень значимый праздник в моей жизни. У нас есть традиция, мы с братом каждый год идем, да, кладем цветочки к вечному огню. Ну, то есть, если бы не День Победы, да, если бы не наши ветераны, то не было, наверное, бы сейчас нас, был бы другой мир вокруг, а было бы гораздо больше жертв в этом мире. Поэтому спасибо им большое за то, что они сделали для нас, для нашей страны. Ну, мы все им должны быть благодарны, и мы благодарны. Для меня это передать словами очень сложно. Потеря всех семей, во-первых, в стране. Во-вторых, мое голодное детство, которое я помню. Я хорошо, отлично все запомнила. И День Победы ассоциируется у меня с увеличенной пайкой хлеба. Это для меня тоже в то время было очень важно, потому что я запомнилась близким людям, соседям и прочим. Я была самая маленькая из 5 детей. Я приходила к старенькой уборщице и просила: «Тетя Люля, дай хоть колтошинку». До сих пор вспоминают те, кто остался в живых. Поэтому мне передать словами очень сложно. Я считаю это великим праздником, величайшим праздником. И традиция должна передаваться, несомненно. Очень большие воспоминания, прежде всего, мои два деда были на фронте. Вот оба вернулись. Я очень люблю этот праздник, на самом деле. Дай Бог здоровья тем ветеранам, которые сегодня живы. Вот. Ну и счастья нам всем. Память о папе, о маме. Папа воевал, но нигде никто не вспоминает, раз он не герой. Тяжело, конечно, это все, но что делаешь? Не один, наверное, мой такой папа. Много погибло. Гордость за его, что он как кому-то дал вот свободу. Освобождение всей России, всего мира от фашистов, от фашизма, от захватчиков. Радость, гордость за свою страну. Счастье. День Победы наш, великая победа, великая советская победа. В великом победе участвовали все республики Советского Союза. Мы были вместе, мы победили. Это наша победа. Для меня праздник такой очень великий. Почему? Потому что у меня отец воевал. Он прошел 4 года, вот, имеет заслуженные награды. К счастью, остался жив после войны, еще служил. Это праздник, хотя и говорят со слезами, но я думаю, что вот 70 лет, надо радоваться этому празднику. Мои родители были в оккупации, и поэтому для меня это такая память, святой праздник, можно сказать. Мы его всегда отмечаем, тоже салют ветеранам. Дай Бог им здоровья, всего самого хорошего. Пусть живут еще. И спасибо им.